Добрый день, дорогие ульяновцы и гости. Ну как настроение у вас? Вижу, что хорошее. Приветствую и поздравляю с открытием 6-го международного фестиваля школьного спорта стран СНГ. Ульяновская область с удовольствием принимает этот большой спортивный праздник. Его ждали многие любители здорового образа жизни, спорта, болельщики, но больше всего его ждали, конечно, дети и школьники. Сегодня вместе с вами мы реализуем это ожидание, и мы очень дорожим доверием и помощью, которые были оказаны нам в подготовке этого фестиваля. Большое спасибо Ирине Константиновне Родиной, легенде советского и российского спорта, президенту Федерации школьного спорта, всей федерации за то, что выбрали наш регион в качестве хозяина соревнований. Кстати, у нее сегодня день рождения. Давайте ее поздравим. Спасибо Владиславу Александровичу Третьяку за неизменную поддержку спортивных событий Ульяновской области. Я благодарю организаторов. Всех без кого фестиваль не смог бы состояться. Большая команда единомышленников много и долго трудилась над тем, чтобы соревнования прошли на достойном уровне. В этот раз на них лежала огромная ответственность. К нам приехали более 400 юных спортсменов в составе сборных команд из 11 стран. Было важно не просто подготовить все площадки, но и сформировать культурно-образовательную программу, чтобы участники смогли познакомиться с нашим регионом, посмотреть достопримечательности города. Дорогие ребята, вас ждут насыщенные 5 дней. За это время вы сможете получить бесценный